Фред, привет. С мастером понятно все. А по Creeping Depths хотел тянет даунпикинг? Там темп вроде помедленнее, чем в мастере. Смотри, 0.18. Ну нет, там же, ну ты же не видишь, что ли, переменные. То есть какой смысл? То есть получается, если ты говоришь, что у тебя челлендж сыграть как бы все даунстроком, ну так играй как бы даунстроками, заявлена такая тема. А тут уже как бы срыв на перемене. То есть надо понимать, что вся вот эта вот магия, да, как бы метловых песен в том плане, что как это заявлено студийки, да, что Master Puppets и всякие, и все остальное. Это имеет смысл только при даунстроке. Если ты даунстрок это убираешь, то превращается просто в легкую прогулку, да. Берешь и как бы ты можешь просто в два раза быстрее играть переменным сразу же. Поэтому как бы какой смысл? Покажи. Ну да, там просто уже половина нот в конце идет переменным. Все, поэтому куда, какой он? Ты не видишь, что там получается вот... Вот оно. И так это, ну, как никакого смысла вообще не имеет. Это можно разгонять, как бы, ну, как минимум в полтора раза быстрее точно можно играть, когда ты играешь переменным. Поэтому нет. Конечно, Creeping Dead тоже достаточно напряженная песня, потому что там сколько получается? 200 с копейками, да, и эту долбежку хотя вот не сдюжит. То есть тоже, как бы, не получится. Поэтому нет. Это, как бы, даунпикинга Кинга никакого даже близко нет. Даже близко никакого нету.